Друзья, всем привет! С вами Артем, компания Sfera Car. И сегодня у нас второй выпуск. Мы разберем сегмент джипов и кроссоверов. Давайте посмотрим. Так, и начнем мы с вами с интересного автомобиля Mazda MX-30. И мне кажется, в свое время, когда оно придет, этот автомобиль станет очень популярным и завоюет свою публику. Что интересного в этом автомобиле? Есть электрокары. У них емкость батареи 35,5 кВт-часов, клиренс 130 мм. А есть двухлитровые гибридные модели на переднем приводе, есть на полном приводе. Так вот, у них клиренс 180 мм. А это уже, кстати, как бы о чем-то говорит, правильно? Правильно. Интересная технология, так же как в RX-8, открытие дверей. То есть открываются двери нараспашку. Очень крутой дизайн, и как утверждают сами японцы, они вышли за пределы простоты. Вот так вот просто взяли, вышли. То есть больше нет этих больших, огромных решеток от Mazda, которые вам так очень сильно нравились. Но какой салон? Давайте посмотрим на салон этого автомобиля. Я бы сравнил его с Lexus. А где-то, мне кажется, эти ребята обошли производителя от Lexus. Так. Интересно, сколько стоит этот персик. 5000 пробег, пятерка оценка, 2020 год. Стоимость этого автомобиля 1 540 000 рублей. Но он хорош. Давайте немножечко поближе посмотрим его. Так вот, фотография сзади. А вот оптика мне напоминает что-то от итальянского автомобиля. Так. Дальше, вот еще один вариант, у него уже 11 тысяч пробег, 3,5 оценка, есть небольшие замечания по задней части, вмятины, но их можно исправить локально, 5-10 тысяч рублей вам их исправят, по фотографии здесь особо мы ничего не увидим, но тем не менее они там присутствуют. Но стоимость уже значительно ниже, 1 460 000 рублей. Хотите сэкономить, пожалуйста, покупайте автомобиль с небольшим дефектом, исправляйте у себя по месту, и вот вам хороший вариант с небольшим пробегом. Так, а следующий вариант, которым вас, наверное, не удивите, вы этот автомобиль видели у себя в городе, это, правильно, Mazda CX-8. Чем этот автомобиль интересен? Интересен тем, что есть бензиновые модели, есть дизельные модели, полный передний привод, все что угодно, но самое главное, что это один из вместительных кроссоверов, паркетников, да, то есть и классный, крутой внешний вид. Ну и по салону здесь придраться, в принципе, не к чему. Mazda вообще молодцы в этом плане. Большое разнообразие. Раз. Красивый внешний вид. Два. И комфорт по салону. Три. Стоимость этого автомобиля. У него четверка оценка. 63 тысячи пробег. 1 миллион 390 тысяч рублей. За передний привод. Так. Еще один вариант. Опять же красный цвет. Яркие красные цвета. И, кстати, наши клиенты, наши покупатели очень часто торгуют именно в этом цвете, потому что, в принципе, от Mazda красный цвет выглядит очень круто вживую. 74 тысячи пробег, четверка оценка, 18-й год, стоимость этого автомобиля 1 миллион 350 тысяч рублей. Если вы проживаете в городе, где прямая местность, да, где степь и нет сопок, как во Владивостоке, почему бы не взять, не приобрести себе замечательный кроссовер. У вас большая семья, посадили детей, положили назад коляску и все, спокойно передвигаетесь. Ну а теперь давайте перейдем к калибру побольше. Это Toyota FJ Cruiser. Напоминает вам что? Напоминает Hummer. Рамный. Автомобиль с большим объемом двигателя, 4 литра, 276 лошадиных сил. И в Японии только 276 лошадиных сил. Меньше нет. Выпускались они с 10 по начало 18 года в Японии. Машина сама по себе максимально надежная. Можно прицепить фаркоп, прицепить телегу, туда поставить водный мотоцикл. Все что угодно. Очень хорошо показывает себя по бездорожью. 3,5 оценка, 160 тысяч пробег. И этот синий трансформер стоит 2 миллиона 90 тысяч рублей. Так. О, японец резину еще закинул. Вот, пожалуйста.
Ну, и еще вариант. А вот здесь уже поинтереснее, да? Какое литье японец поставил? Знает толк. 3,5 оценка, 162 тысячи пробег. Скажу вам, друзья, сразу. Для этого мотора данный пробег не приговор. Ресурс у 1GR мотор стоит. У них ресурс очень хороший. Так, стоимость этого автомобиля 2 миллиона 92 тысячи. Если вы... Вам просто надоел уже, как выглядит, ну, вот, примитивные прадики, да, хочется как-то выделиться, пожалуйста, Евджуха, скажем так, прямой аналог Хаммеру, по салону он максимально простой, но в то же время автомобиль интересный своим объемом. В Японии сейчас 4-литровый прадик вы не возьмете, а вот Евджуху можно взять, и причем по цене, даже где-то чуть меньше, чем Toyota Land Cruiser Prado. Задумайтесь. Так, и следующий вариант. Это один из маленьких, один из самых маленьких паркетников от Lexus. Lexus UX. Есть версии 2-литровые бензиновые, есть 2 литра на двигателе M20A. Гибридные переднеприводные, есть полноприводные гибридные. Так вот, чем этот автомобиль интересен? Клиренс у него 160 миллиметров. То есть небольшой, но в то же время для городской эксплуатации по легкому бездорожью можно спокойно эксплуатировать данный автомобиль. Очень красивый внешний вид. Ну, как и у всех Lexus'ов. Четверка оценка, 31 тысяча пробег. Стоимость автомобиля 2 миллиона рублей. И еще один вариант, давайте посмотрим. Вот так выглядит он салона. Так, а здесь серебристый цвет, 95 тысяч пробег, 4,5 оценка, цена 1 миллион 880 тысяч рублей. Не нравится внешний хорек, не хватает на RX, возьми UX, все просто. Ну, а вот здесь у нас короли бездорожья, Suzuki Jimny Sierra. Вы все знаете про эти автомобили, потому что абсолютно на любом бездорожье, на конкретном бездорожье можно встретить этот автомобиль. А рассказывать про его надежность, я думаю, не имеет смысла, потому что каждый знает, каждый джипер знает, что из себя представляет эта машина. Клиренс 210 мм, у них есть версии 1,5-литровые на механике, на автомате, также есть с объемом 660 кубиков. У нас 1,5 литра механика, их очень много на аукционе встречаются именно на механике. На автомате найти, ну, не скажу, что сложно, но придется потратить некоторое время. Все в зависимости от ваших параметров по цвету, по пробегу и всему остальному. Четверка оценка, 38 тысяч пробег, 2019 год, вот такой квадрат, симпатичный квадрат, 1 миллион 200 тысяч рублей. Ну, если быть точным, 1 миллион 190 тысяч рублей. Шикарнейший вариант, если вы хотите взять себе такой автомобиль и ездить куда-нибудь на охоту, на рыбалку, и нигде не застрять, к нему еще лебедочку приделать, все. Вы проедете абсолютно везде. Так, здесь 32 тысячи пробег, 4,5 оценка, 2019 год, и стоимость этого автомобиля 1 миллион 140 тысяч рублей. Шикарные автомобили, очень крутая цветовая гамма у них есть, зеленые, синие, всякие разные, коричневые, хаки цвет, на любой вкус и цвет. И дальше у нас Toyota RAV4. Это тот автомобиль, который с левым рулем, гибридный, вы у себя, у дилера не возьмете, но с Японии можете заказать праворульный с поправкой, да? Здесь у нас передний привод, 2 литра, 39 тысяч пробег, четверка оценка. Но вот на этом автомобиле также уже можно прокатиться по легкому бездорожью, да, только на полном приводе. И это не будет выглядеть как-то несуразно. То есть есть варианты, которые продаются, выставляются на аукционе уже с подготовкой. Багажник на крыше есть у него, то есть, ну, для таких туристических поездок. Стоимость этого автомобиля 1 миллион 680 тысяч рублей. Так, и еще, вот вам, пожалуйста, черный и белый. Белый цвет,
люк, четверка оценка, 40 тысяч пробег, стоимость 1 миллион 775 тысяч рублей. Я считаю, что шикарный автомобиль, очень круто выглядит. По салону также у меня нет к нему никаких претензий, то есть, ну, японцы молодцы. Все относительно просто, но в то же время очень стильно. Я бы назвал этот автомобиль крутым туристическим паркетником. Вот так вот. И я не забыл про ваши запросы. Очень часто клиенты звонят с запросом о том, что привезите мне пикап. А какой пикап? Пожалуйста, вот Toyota Hilux. 2.4, дизельный мотор, задняя рессорная подвеска. Крутой салон для пикапа. Придраться тут не к чему. Вот, пожалуйста, симпатяга. Негабаритный груз, какую-нибудь лошадь погрузить. Пожалуйста. Все возможно, все в ваших руках. И все в вашем кузове будет. Стоимость этого автомобиля, причем у него оценка 4,5 балла, 38 тысяч пробег, 2 миллиона 650 тысяч рублей. И еще один вариант в черном цвете, а? Ну, это прям какой-то хайлюкс Чака Норриса. Четверка оценка, 58 тысяч пробег, стоимость автомобиля 2 миллиона 600 тысяч рублей. Ну, как вам, красавчик? Волей-неволей захочется одеть ковбойскую шляпу и рвануть куда-нибудь. Друзья, сегодня я вам показал большое разнообразие, начиная от технологичных паркетников, заканчивая пикапами. Возможно, там не было автомобилей, которые интересовали вас, но вы всегда можете оставить заявку, либо написать в комментарии внизу под видео. Напишите, какие из этих автомобилей вам понравились и какой автомобиль, возможно, вы бы для себя приобрели. Ну а если хотите уже купить автомобиль, контакты в описании, ссылочка наверху. Пока! Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.